Трансляция пошла, запись пошла. Всем привет. Это стрим на канале Николай Доктор Ликвейдера. С вами Николай Доктор Ликвейдера, Всеволод Лукард и Тимур Трамп. Сегодня у нас 200-й стрим, ну, по крайней мере, 200-й анонс на Good Game. И сейчас я буду, в общем, игры из челленджа опять выбирать. Вот, ну, конечно, это так, просто посмотреть, что он, как бы, предложит и... смогу это пройти или нет. Конечно, полноценный челлендж у меня как бы нет возможности сделать, потому что далеко не у всех этих платформ я освоил эмуляторы, но просто посмотреть интересно. Вот. Ну, учитывая, что у меня есть определенные сложности со спектрумом, ну и то, что, в принципе, на прошлом стриме я уже немного показывал игры для спектрума, я думаю, сегодня можем немного посмотреть на геймбой. Может быть, к спектруму мы еще вернемся, не исключено. Может быть, даже Game Gear немного захватит. Ладно, пока это, в общем, изи сложность, и это Game Boy. Все, поехали, короче. Так, что нам предложили? Real Boot Special, Elmos 123S Color и Atomic Punk. Так, сейчас я это запишу, а потом поищу эти игры, чтобы их скачать. Так. Окей, давай. Да. Очень мило, кстати, что на Изи дают выбор из трех игр. Хотя они все могут оказаться, все три могут оказаться эквивалентно непростыми. Как бы никакой гарантии нету обратного. Так. Ну, раз Color в скобочках, я так полагаю, имеется в виду Game Boy Color, но в принципе ромы для Color и для обычного Game Boy они одинаковые, так что. Но некоторые именно Game Boy Color с обычных игр геймбойских отшифровываются. Ну да. Цветовые эти. Да, да, все верно. Так, ладно. Пожалуй, поищем Atomic Punk, ну, просто потому что это самое простое название. Так, вот. Замечательный этот сайт. Ну ладно, я пока заглушку поставлю, пока буду искать. Надеюсь, что быстро найду. Так, ромы. На букву А. Ой, короче, поехали. Ты уже заглушку поставил? Да. Ну, она сейчас просто... появится через какое-то время, да-да. Просто у меня уже секунд... После того, как ты сказал, у меня уже секунд 10-15 стоит этот. В принципе, пожалуй, еще кое-что скачаю, раз уж я на Emulan зашел. Так, сохранить. Так. Ну, это не имеет смысла, наверное, трогать. Аркадный Джексон? Ну да. Аркадный, ну там, собственно, и аркадный, и дендевский, видишь, там слева, то есть не дендевский, а сеговский, я оговорился. Слева сеговский, справа аркадный. Ага, да. Да-да. Ага, так, Amazing Spider. Нам нужен атомный панк. Пока что атомного панка я не вижу, но думаю, он где-то близко, раз я уже... Ты можешь забить в поиске, если что. А, ну да, кстати, ты прав. Ну ладно, просто посмотрю тут, чтобы... Заодно еще себе на будущее сохраню игры там. Там просто, если видишь поиск, допустим, например, черепашек, там на все платформы сразу. Ну хорошо. Так. Вот в этом плане я вот люблю такие поиски. Формы. Так, Army Man. О, Army Man, кстати, очень похож на пикашный, но с более простой графикой. Так, ну а где же наш... Да, Game Boy есть Army Man. Ну да, я удивился даже, но он есть. Так, а где... А, вот, Atomic Punk. Какая-то странная игрушка. Заниматься будем покупками и продажей предметов, пользование разве что в японских RPG. Попробовать можно, думаю, игра долго не продержит вас за экраном. Ну, сейчас мы это проверим, долго она нас продержит или нет. Так, сейчас. Главное, я нашел нашего атомного панка, так что все будет окей. Так. А вообще, наверное, стоит все три поискать. То есть, Коль, ты имеешь в виду, если Ultimate Game Challenge, там, поставить Easy на Normal или Hard, то есть, больше выбора будет? Ну, там на Easy, короче, дают три игры на выбор, а на Normal и на Hard только одна какая-то выпадает. Ну, я так понимаю. Может быть, это не на выбор, может быть, предполагается, что все три надо пройти. Не знаю, ладно. Так, что там еще было-то? Сейчас я посмотрю. Хотя ладно, разберемся сперва с этой игрой, а уж потом будем другие искать. И сейчас я, наверное, браузер... Да. Ну хотя ладно, браузер не буду пока закрывать, надеюсь.
не будете намного отнимать у меня этого самого места. Так, добавить... Все в тебя в скайпе... Все в тебя в скайпе не было сейчас шумов, просто у меня Коля, голос Коли мерцал как... Помягче сказать-то. Да не, нормально у меня. Блин, сейчас и твой голос так же. Значит, у тебя что-то глючит, потому что я Всеволода слышу отлично, и тебя, кстати, тоже. Так. И я тоже. Visual Boy Advance открываем. Так, запустить. Так, сейчас смотрю управление по-быстрому. Controls, configure controls. Так. Так, все нормально. Так, файла open ROM. Сейчас отдалю туда. Так. Так, минуточку. Сейчас то браузер перезапущу, потому что бывает, что Chrome, если долго стоит, то он больше памяти потребляет. Да, нормально работает. Так, секунду, по-моему, я немного не ту версию Visual Boy Advance открыл. Сейчас я другую попробую. С Яндекс браузером такая же фишка. Угу. Ну как, Google Chrome. Да, он же построен на этом, на Chromium. Да, согласен. Так, ладно, я сейчас просто проверю. Хорошо, в принципе, удивляться нечего. В принципе, сейчас такая же фишка и с Opera, потому что Opera тоже сейчас новые версии на Chromium, хотя мне больше нравятся старые версии, она более оптимизированнее. Да, зачем они так делают, непонятно. Согласен. Ой, нет, нафига мне GBA ROMS? Так, сейчас я просто проверю. Угу, замечательно, блин. Что за дерьмо? Так, Open Racing, Emulation. Блин, я не понял, в чем подляна, но у меня же явно, я помню, была версия, которая читает ROM для Game Boy Advance и для Game Boy Color, а сейчас я что-то смотрю и не могу найти. Так, VBA Plus, наверное, вот правильная версия. Так, ну пожалуйста, пусть здесь будет. Да, VBA Plus. Вот. Единственное true, остальное отстой, потому что не читает геймбойный ROM. Все, так. А, так, стоп, я же ROM не скопировал. Секундочку. Мария Бланш в чате написала: только не здоровайтесь, не люблю это. Не будем, хорошо. Ладно, что у нас там загрузки? А, вот. Все, сейчас. Извините, что так долго. Просто... Ух, хочется все как следует взять. В общем, не все версии Visual Boy Advance читают ромы для предыдущих геймбоев. Mm-hmm. А, ясно. Это стоит учитывать. Это плохо, но, конечно. Но, к счастью, у меня есть та версия, которая их читает, так что все нормально. Ой, нет, не надо ее повторно открывать, она у меня уже открыта. Так, все. Все зашибись. Так, или нет? Так, извините, что я немного нервничаю. Блин, я сейчас так не люблю новую версию сайта GoodGame. Раньше он занимал намного меньше памяти, как вкладка. Теперь будет. Теперь все будет как надо. Так, Atomic Funk, все. Так. Наверное, чуть-чуть растяну. Так. И добавить окно. Так. VBA. Сейчас посмотрим, что за атомный панк. Да. Вообще, конечно, представляется что-то, наверное, вроде стимпанка, только построенное на атоме. Или может быть некий панк, который является мутантом. Ух ты. Я думаю, вторая версия. Тут даже есть выбор между игрой А, игрой Б и модом против. Не знаю, чем они отличаются, но посмотрим. Так. Выбирай игру А. Сделайте эмулятор потише или оставить. А, ну вроде меня слышно. Работаем на игру А. Так. Да, тебя нормально слышно. Выбор уровня. Я даже ради этого. Чувак похожий на... Чувак, похожий на Бумбермена вроде сейчас был. Ну и такие эмулент нас не обманывает. Здесь действительно какой-то магазин. Продать.
Я даже ради стрима на геймбой взял попкорн. Экзит. Так, ну а здесь будет что-нибудь другое? К нам пришел Андрей. Да. Привет, Андрей. Блин, это реально Бомбермен. А зачем его тогда там импанком обозвали? Японский бог. Шутка. Я не понимаю. Ну это уже, покупаешь ему всякую ерунду тут. Это значок для Бомбермена был. Ну да, всякие способности. А что игра? Напомню. Ух ты! Это стенка, и она движется. Хотя ладно, пока он меня не трогает, наверное, пусть живет. Но в принципе, они могут назвать его атомным панком. Разработчики тоже атомный панк. Да, ну, они взяли Бомбермен. Пойдем разбегать все стены. Может это его двоюродный брат? Ага. Челов еще поменяли. Ну, врагов не будет. А где у нас стенки? Кстати, да, какие-то они нарисованы. Странно. Поменяй второго языки. Ага. Да, чемодан уничтожен, отлично. Идите к выходу, написано. Знать бы еще, где здесь выход. Да. Классическая тема, душа скрипит, и ты не ходишь. Да, бонус найди, найди бонус, самое главное. Окей. Один бонус на один уровень. Ну, если верить. Классическая версия. А, вот он выход, всё. Прошли, отлично. Фух. Ну как... Ну ладно, один враг как-то на уровень. В следующем уровне, наверное, два будет. Да. Коля, у всех у тебя задержка есть? У меня есть немножко, да. Задержка без правила есть. Да-да. Все, кто сидит в капе, просто все говорит. Да, бонус только на... Кстати, обратите внимание, при паузе музыка не замолкает. А в эгенду не одобрил. Нет. Попасть. В каких-то играх он это одобрял. Например, Батлтоси. Падал тот, по-моему, в городе. Танцую в ритм. Так, ладно, понятно. То есть, сейчас продолжим. Ну, в Падал тот, он как бы похвалил музыку, но он, по-моему, говорил, что это не дело, чтобы она была при паузе. В принципе, это уж не такая проблема, если заморачиваться. Второй чемодан мертв. А, ну их здесь еще несколько, ладно. Так, Коля, сейчас подведу, подожди. Мы экстерминируем все чемоданы. Возможно, тот, кто делал игру, очень часто терял свой багаж и бако. Нет, тут не только чемоданы в врагах, тут еще живые кирпичи. Ну ладно. Плюсиком за разнообразие. Да, точно шутить. Так. Как бы его так поймать аккуратно, чтобы он меня не схавал. Отлично. Сообразительный есть. Есть. Музыка, конечно, немного, наверное, навязчивая, но в принципе неплохая. Все ему, что она и не навязчивая. Хорошая. Ой-ой-ой. Так, идите к выходу. Ладно, пошли искать выход. Ну, в принципе, играть это вполне можно.
да, тоже. Хотя я себе, конечно, исходя из одного только названия, нарисовал более там роскошные картины, чем просто Бомбермен. А как вы знаете, что больше стены говорят на выставке? Да? Это не дуры пишут, типа, осталось столько врагов, осталось столько, а когда убиваешь всех, пишут и не выдадут. Вот так, внизу экрана. Это должно быть видно, потому что я это вижу. А, все, 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 вижу, 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 да. Это может немного убавить громкость игры, Николай, а то она как бы так громко. Ну я же спрашивал раньше, ну окей, давайте. Просто заглушивает. Так а ты слушаешь с этим, со стримом на сайте, ты ж себя тоже слышишь вроде как. А, ну ладно, ну вот я понизил звук игры, короче. Надеюсь, окей. Теперь будет лучше слышно. Ну да, она вроде стала значительно тише, ладно. В общем, короче, это платформа Game Boy, а игра называется Atomic Punk. Для тех, кто не знает, я всегда готов повторить. Ну и, видимо, наша цель — перебить всех монстров и уйти дальше, но пока я не нашел дверь с выхода. Правда, у нас, по-моему, много времени, 103 секунды еще. Да, задержка большая. Дверка, дверка, ты где? Даже задержка больше, чем 10 секунд. Так, ну ладно. Пока я не вижу дверку, продолжим уничтожать стены. Так, вот тут можно хорошо две сразу снести. Перед... Нет, только две, ладно. Блин, скорее бы дверку найти, а то уже 86 секунд осталось. Я... Ой, что я надел, я идиот. Ой, ладно, ничего страшного. Ну то есть нет, это страшно, но... Потеряли парня, нажмите старт. Надеюсь, меня не заставят с самого начала проходить. Кажется, нет. Хотя, по-моему, кстати, уровни немного меняются, потому что, когда я в прошлый раз сюда заходил, тут по-другому выглядело немного. Если я не путаюсь. Ах ты, сволочь, он уклонился. Вон. Придется в этом проходе поставить. Врагов остается трое. Так, вот еще одного вижу. Иду на перехват. Ой, опять кирпичный человек. И он успешно избежал кары. Это плохо, конечно. Да. И снова избежал. Но в этот раз он от меня не уйдет. Ах, он гад, а? Убежала в третий раз? Да. Вот Мария Бланш написала, я не знаю, что за шняга и с чем, но игра все равно четче микрофона. А, не знаю, микрофон у меня в ОБС, в принципе, на максимуме стоит, ну, так. Так, сейчас, секунду. Записывающее устройство. Так, звуки. Связь. Так, свойства. Послушать, уровни, сидение, лошение. Не знаю, я попробую чуть погромче его сделать, наверное. Окей, Николай. Так. Борьба против шпули. Что-нибудь изменилось? Это круче рестлинга. А сейчас, Николай, задержка немало. Да, это круче рестлинга определенно. Интересно, какие еще враги здесь будут. Так, ну ладно, я пока продолжаю. Все можно с усилением поколдовать, но там есть риск, что появятся фаны. Так, осталось одного чувака убить, осталось найти, где он. Так, здесь никого нет.
Ага. Здесь тоже никого нет. А на какой версии ВБА ты играешь, Николай? На какой версии ГБА? Не, ВБА. Ну, Visual Boy. А, на какой версии ВБА? Плюс 0.3.0. То есть 0.3.0. ВБА плюс 0.3.0. Вот так. Так. Как-то я нашел, да, вот он. Вижу еще один оставшийся живых чемодан. Ну, чемодан, погоди. Точно. Так, надо вот как-то по траектории движения его поймать. Да. Все, и я могу уходить с уровня. Есть. Так, что там у нас? Финальный счет. 26 080. Золото 411. Ну и все в таком духе, ладно. Пока вроде неплохо идем, правда одну жизнь потерял, но это, надеюсь, не страшно. Николай, у меня такая же версия. Давай опять. О, слушай, у меня враги круче. Ой. О? Теперь мои враги это моржи, которые могут ломать блоки. Поэтому надо поторапливаться. А. Так. Надо убить моржей раньше, чем они убьют меня. Получайте, сволочи. Смотри-ка, он сбежал. Умный гад. Ничего. Есть. Но нет. Ну вот он написал, ну хотя это так понятно, что при надобности можно звук регулировать микшерами конкретных приложений в винде. Ну, как бы я это и делаю. Я уже... Твою mm-hmm. бабушку. А, слушайте, ребята, у меня потеря кадров пошла почему-то. А, так, что могло ее вызвать? А, кстати, да. Только что было у меня один раз, Николай. Так, о, и...